Всем привет, с вами Линк. Продолжаем распаковывать яйца. И я начинаю подозревать, что всю коллекцию мы можем и не собрать с такими темпами, ребят. Как оно у нас получается? Очень много повторений, хотя игрушек, собственно, очень немного. И в этом, я думаю, минус. Потому что яйца покупаются в основном из-за игрушек. Ну, они вкусные, конечно, но... А если частые повторения, тут не очень интересно. Эч, открывайся не с той стороны. И не поверите, но у нас кто-то новый. Да. И кто же это? А, это у нас парень с луком. Это, видимо, орлиный глаз. Да, это он. Вот так вот, видимо, он должен выглядеть. Так его видят те, кто его сделал. Орлиный глаз. Вот такая вот фигурка. Так, давайте я его соберу, наверное, и мы с вами. Да, все работает, все собрано. Вот такая вот фигурка. Вот он с таким луком. В очках. И во лбу у него циферки бегают. Вот так вот выглядит сзади. Полуприседе, на спине колчан. Ну, не знаю. Если бы их сделали, по-моему, в виде бегемотиков обычных, было бы намного прикольней, чем вот как они выглядят вот так. Все, ставим его сюда и прощаюсь с вами до следующего.